Друзья, всем привет, на Eagles Garage канал. Сегодня мы будем заниматься с нашим Дори Стайлом и Сарай. И нас погода не остановит, будем заниматься. Время идет, а охота к лету ее уже сделать. Поэтому я сейчас сгонял в магазин, купил такой аддитив. Короче, он чистит мотор. Как вы знаете, машина у нас почти 5 лет стояла. И может быть у нее за время забилось там рус, кальк, я не знаю, как это по-русски называется. Поэтому я вот сейчас уже залил, и сейчас тогда давайте стартанем. Короче, желайте удачи. Еще раз. Короче, минут 10 она сейчас работала и работает до сих пор очень плохо. Короче, ничего не помогло. Конечно, перед тем, как будете писать, а ты вообще искру проверил? Нет. Да, я ее проверил, и искра есть. Как вы знаете, у меня еще есть вот второй гольф. Почему здесь открыт капот? Я просто сравниваю, смотрю. Может, что-то там не так. Но не знаю, я ничего не могу найти. Единственное, у меня ощущение, что здесь провода не так стоят. Потому что искра у нас есть. Бензин у нас есть, стартует он у нас хорошо. Вот сейчас он минут 10 работал, сзади у нас он больше не дымел, работал чисто, но через какое-то время он у нас опять выключается. Такое ощущение, что вот вначале стартует нормально, а потом вот начинается как будто вот какой-то там беспорядок какой-то внутри. Я начал вот эти все провода сравнивать, и когда я ставил, я один за другим менял. Но у меня такое ощущение, что тот человек, который до этого здесь я что-то делал, и здесь точно что-то мутил один человек, может, он все-таки перепутал их. Я вот сравнил, как там стоит, и разница есть. Смотрите, вот, например, вот серединная, и верхний правый у нас идет на второй цилиндр. Нижний у нас идет на первый. Потом снизу слева он идет на третий. А если мы здесь, друзья, смотрим, то у нас справа с верхним это... Он идет у нас на первый. А у нас он на второй идет. Давайте тогда, конечно, все это надо подписывать, когда меняете, но я так и так все на камеру заснял, поэтому, друзья, мы все знаем. Если что, я включу еще раз. Поэтому давайте переставим. Ну, посмотрим, что у нас получится. Или сейчас вообще не стартанет. Ставим все обратно. Ничего не получилось, у нас облом. Смотрите, включил вентилятор, и здесь дым пошел. Фу, что такое? Фу. Так, смотрите, уже минут 10 он работает, и до этого было так, что если газ даешь, из газа резко уходишь, он сразу глохнул, всегда глохнул. Вот сейчас смотрите. Нет, смотрите, держит, не глохнет. Но тарахтит он до сих пор как трактор. Вся машина дребезжится. О, смотрите, чуть не, вот, чуть не глохнул, он и резко газ поддает. Подсветка здесь не работает. Здесь светится, но очень-очень слабо. Короче, сейчас я еще 5 минут подожду, если он до сих пор так будет позорно работать, тогда будем дальше искать причину. Блин, ну здесь видно, что что-то кто-то мутил. Друзья, всем привет, не удивляйтесь, прошло уже пару дней, на улице у нас красота, смотрите, солнце, где-то минус 13, минус 14 градусов, но погода, ну просто кайф, друзья. И проблема с мотором решена, сейчас вам все расскажу. Но сначала, друзья, давайте стартанем мотор, сами послушайте. Друзья, смотрите, мурлыкает, как маленький котенок. Какой кайф.
Помните, как он здесь пердел, кряхтел? А теперь красота. Теперь расскажу, в чем была проблема. Конечно, в холодную немножко он медленно стартует, вы видели. Но немножко газу дашь, и через 1-2 минутки он работает, ну, слышите, все работает. Ладно, выключаем. Ну, а теперь все по порядку. Что в тот день произошло? В тот день было так, что у меня просто больше времени не было, я пошел домой. И потом, перед тем, как пойти спать, это уже было часов 12, мне такая идея в голову пришла. И вспомнил, как мне продавец рассказывал, что когда он ее покупал от этого друга, он у друга покупал. А как вы видели, что тот человек, это не бабушка, кто туда в эти в задние полки впилил динамики. Видно, все-таки за это короткое время успел кто-то заколхозить. Это видно, его друг заколхозил. И вот он там уже что-то понаделал, из-за чего, что машина не работала. И тот человек, который купил у этого друга, он тоже уже здесь замутил. Вот два человека заколхозили. Ну, о чем речь там? Вспомнил, как он мне говорил, что сам вот KLR систем, он здесь, вот видите, самодел. Говорит, что до этого она вообще плохо работала. Когда он это сделал, она немножко начала лучше работать. И для чего это KLR систем? KLR это Kaltlaufregler, это датчик холостого хода. Его ставят в Германии часто на старые машины, потому что если его поставишь, то тогда налог на старую машину намного меньше. Я помню, такую хотел поставить на мой самый первый Golf 2. 1.3 мотор у меня был. И я его хотел купить, но не получилось, потому что эту фигню больше не продают. Но я знаю, что если бы я его поставил, тогда я платил, я не помню сколько, но вроде 260 евро в год. А если его поставишь, то платишь 190 или 180. Ну, видите, намного меньше. Поэтому, друзья, здесь тоже это кто-то ставил. Но, видно, она сломалась, и взяли, просто ее перекрыли. Она подключается к вакуумной системе. И вот мы подходим ближе. Видно, тот человек... Он это перемкнул, она немножко начала лучше работать, все-таки работала плохо, и он начал здесь с этим трамблером все-таки что-то мешать. Потому что, друзья, или давайте перепрыгнем опять обратно. Короче, там, где этот датчик холодного хода подключается, он подключается к вакуумной системе здесь. Вот здесь она стоит. Когда я все эти трубки проверял, здесь трещинки есть, но она здесь не сосала. Я взял такой бензин Ваннега баллончик, пошпрюрил, и он ничего не подсасывал. Мотор работал, как и работал. Но все-таки снизу, видите, здесь такой как бы Т-штюк, Т-адаптер такой стоит. И вот отсюда шла она на датчик. И здесь он обрезал, видно, и просто сюда болт засунул. И все-таки через этот болт он подсасывал воздух. Из-за этого мотор работал плохо. И видно, эту проблему он не нашел. И второй покупатель, я думаю, что это второй покупатель, и он решил, что проблема в трамблере. Поэтому, друзья, я до этого подумал, что может тот же человек, и он перепутал вот эти провода, не так поставил. Но все-таки провода стояли правильно. Но оказывается, он вот этот трамблер повернул. Здесь видите, там болт на 13. Его откручиваешь, и ты можешь вот эту всю часть двигать налево-направо. Короче, друзья, перед тем, как здесь все трогать, я поставил сюда новый шланчик. Вот, видите, вот все четко, новенький. Конечно, надо его еще здесь хорошо подсоединить, чтобы он так здесь вниз не болтался. Он начал уже лучше работать, но все-таки не идеально. Потом я расслабил болт на 13 и начал слегка двигать его. И когда я его повернул, ну, где-то, я не знаю, там на где-то сантиметр где-то, я его налево повернул, и он начал работать чисто, друзья. Представляете, вот из-за такой мелочи, если бы один из них бы сразу вот эту проблему нормально сделал, не болт туда поставил, а вот взял новый шланг, поставил, тогда бы мотор все работал хорошо, и не надо было здесь ничего лезть. Поэтому, друзья, у меня идея была, может, все-таки здесь тоже перепутали, но все-таки здесь стояло все правильно. Короче, друзья, проблема была в том, что просто подсасывал воздух, и сам трамблер был на где-то сантиметр или полтора был прокрученный.
Теперь проблема исчезла, друзья. Этот, конечно, самодел здесь тоже надо переделать, так не пойдет. Будем все восстанавливать в оригинальное состояние. И провода здесь надо хорошо мыть, кабель бенда все соединить, потому что все такое болтается. Вообще не люблю такое, когда вот эти все сопли так валяются. Но видите, вот такая мелочь, друзья. Так что мотор работает, вы слышали, можем сейчас еще раз стартануть. Но он стартует немножко так медленно. Машина так и так для лета, и летом, я думаю, она будет стартовать без проблем. Вот видите, мотор работает хорошо. И проблема еще была в том, когда я все это восстановил, мотор на холостых работал очень высоко. Когда я сюда посмотрел, здесь видно было, что болт, он был прокручен вперед. Ну, настроили газ повыше. Видно то, что она плохо стартовала или что, или плохо держала обороты, они ее повернули. Там видно было, потому что на одном месте, как бы, знаете, свежее. Ну, видно, что болт здесь крутили. Теперь я поставил опять на родное место, как быть должно. И теперь и холостой ход тоже теперь нормальный. Единственные вот эти шланчики здесь, они еще нормальные. Но все-таки я их тоже поменяю, потому что мало ли что. Вот видите, из-за всякой такой мелочи может мотор так плохо работать. А пару человек уже думали, все, мотору пипец. Но видите, все была мелочь. Я заметил, очень большая проблема на вот таких старых моторах, это просто подсос воздуха. Всего лишь где-то шланчик лопается, сосет и все. Друзья, вот хоть сядь сюда и слушай, как он работает. Ну как музыка, как я долго это ждал, как я это долго ждал. И, конечно, сам аддитив, который мы сюда залили, он тоже не помешает. И надо пару километров проехаться, и чтобы он хорошо вентили и форсунки прочистил. Друзья, такое настроение, кайф, офигеть, блин, не знаю. Такое ощущение, как будто я выиграл лотерею какую-то. Опять приходим к тому, что, друзья, вот сколько кайфа от таких старых тачек. Вот поэтому мы это так любим. Покупаешь старую машину, у тебя появляются какие-то проблемы, ты их ремонтируешь, и у тебя кайф от этого. И можно все это самому ремонтировать, потому что, ну, жесть до того, все просто сделано. Но все равно, вот такие мелочи, надо их найти. Будем, конечно, дальше наблюдать, потому что бывало иногда, что, вот, не знаю, слышали, нет, бывало так минимально-минимально обороты так менялись, минимально, их почти не слышно, но иногда бывало слышно, но это может быть из-за того, потому что машина очень долго стоит, и надо ей немножко хорошо пропукаться по автобану или по дороге, как бы сказать. Так, друзья, чем будем заниматься? Будет еще отдельно видос про интерьер. Я теперь достал интерьер один к одному, который у нас здесь стоит. И почему я его купил, друзья? Потому что, видите, передние два сиденья какие-то серые. Сзади у нас все остальное синее. Задняя полка дырявая. А я нашел одного человека, который продает полностью весь этот интерьер или комплектацию вот эту синюю. И в очень хорошем состоянии. Поэтому об этом я сделаю отдельный видос, все там вам покажу, расскажу, так что не пропускайте. А насчет аддитива, кому интересно, это, конечно, никакая не реклама, просто показываю, что купил. 14 евро я заплатил за это. Вот так она называется. Reinigt Brennstoffsystem Injektoren. 300 миллилитров, и хватает это на 75 литров бензина. Ладно, пусть пока здесь лежит. А, настроение, кайф, офигеть. Так, на это все, друзья, подписывайтесь, пишите комментарии, мы увидимся, как всегда, через 2-3 дня. И, друзья, я уже очень рад вам показать мои новые сиденья, они просто бомбические, такое состояние, офигеть. Ладно, друзья, всем пока.